Санатана Госвами встретился со Шри Чайтаньей Махапрабху. Господь посоветовал. И Санатана Госвами изучил все ведические писания под его руководством. Он был неописуемо предан своему духовному учителю. Согласно наставлениям Вед, тот, кто увидит мусульманина, должен совершить очистительные ритуалы. Но не придавая этому большого значения, Санатана часто посещал мусульманских правителей, общался с ними, считал себя обращенным в ислам. Поэтому он был всегда смиренным и кротким. Повстречавшись с Господом Чайтаньей Махапрабху, Санатана Госвами характеризовал себя следующим образом. «Я всегда общаюсь с низкими людьми, потому мое поведение предосудительно». В действительности он происходил из почтенной браманской семьи, но поскольку он считал свое поведение недостойным, он не пытался причислять себя к браманам, а всегда оставался в окружении людей низкого происхождения. Он написал Хари Бхакти Виласу и Вайшнава Тошине, комментарии к 10-й песне Шримад Бхагаватам. В 1554 году он закончил работу над комментарием к Шримад Бхагаватам под названием Брихат Вайшнава Тошини. А в 1582 году он завершил Лахху Тошини. Чайтанья Махапрабху учил главным положением своего учения через четырех своих главных последователей. Среди них особое место занимает Рамананда Рай, ибо через него Господь показал, как преданный может одержать полную победу над силой Бога любви. Сила Бога любви такова, что как только мужчина видит красивую женщину, он тут же теряет голову. Однако Шри Рамананда Рай посрамил Купидона. Репетируя Джаганнатха Валабху Натак, он лично руководил труппой очень красивых юных танцовщиц. Но их юность и красота никак его не смущали. Шри Рамананда Рай собственноручно купал этих девушек, прикасался к ним, но тем не менее остался спокойным и бесстрастным, как и полагается великому преданному. Господь Чайтанья Махапрабху утверждал, что на это способен только Рамананда Рай. Подобно этому Дамодара Пандит выделялся своей беспристрастностью. Его критики не избежал даже сам Чайтанья Махапрабху. Этому тоже никто не должен подражать. Харидас Такур обладал неистощимым терпением. Он не потерял самообладание, даже когда его били палками на 22 базарных площадях. А Шри Санатана Госвами, хотя и происходил из очень знатной брахманской семьи, является примером необычайного смирения и кротости. В 19 главе Матхи Лилы описана уловка, на которую пошел Санатана Госвами, чтобы освободиться от государственной службы. Он послал Набову, мусульманскому правителю, уведомление о болезни, а сам в это время сидел дома и изучал Шримад Бхагаватам в обществе брахманов. Набов узнал об этом от придворного лекаря и немедленно отправился к Санатане Госвами, чтобы выяснить его намерение. Набов велел Санатане сопровождать его в военном походе на Арису, но получил отказ и приказал бросить Санатана в тюрьму. Покидая дом, Рупа Госвами написал Санатане Госвами записку, сообщая ему о некоторой сумме денег, которую он оставил у местного лавочника. Санатана Госвами воспользовался этими деньгами. Он подкупил тюремщика и вышел на свободу. После этого он отправился в Бенарес, чтобы встретиться с Чайтаньей Махапрабху, взяв с собой только слугу по имени Ишана. По пути они остановились на постоялом дворе, и когда хозяин постоялого двора узнал, что у Ишаны есть несколько золотых монет, он заодно был убить Санатана Госвами и Ишану и завладеть их деньгами. Санатана Госвами заметил, что хозяин, который был с ними незнаком, подозрительно любезен с ними. Из этого он заключил, что у Ишаны припрятаны какие-то деньги, и что хозяин постоялого двора узнал об этом, и замыслил убить их обоих и ограбить. В ответ на расспросы Санатана Госвами Ишана признался, что припрятал несколько монет. Тогда Санатана Госвами немедленно забрал у него деньги и отдал хозяину с просьбой провести их через джунгли. С помощью этого человека, который был главарем разбойничьей шайки, орудовавшей в тех местах, Санатана Госвами перешел
через горы Хазипура, которые сейчас называются Хазари-Бах. По пути Санатана Госвами повстречался его зять Шиканта, который предложил ему путешествовать вместе. Санатана Госвами отказался, но прежде чем расстаться, принял в подарок от Шиканты дорогую накидку. Так или иначе, Санатана Госвами достиг Варанаси и встретился с Господом Чайтаньей Махапрабху в доме Чандрашекхара. По указанию Господа Санатана Госвами побрил голову и облачился в платье нищенствующего монаха Бабаджи. Он надел старую одежду Тапана Миши и принимал просад в доме брахмана из Махараштры. Затем в беседах с Санатана Госвами сам Господь Чайтанья Махапрабху объяснил ему все, что касается преданного служения. Он попросил Санатана Госвами написать книги о преданном служении, в том числе книгу о правилах жизни вайшнавов, а также разыскать забытые места паломничества в Вриндаване. Господь Чайтанья Махапрабху дал ему свои благословения на этот труд. И, кроме того, объяснил Санатана Госвами 61 значение стиха от Марама. Санатана Госвами пошел в Вриндаван по главной дороге и, достигнув Матхуру, повстречал там Субудхи Рая. А затем вернулся в Джаганнатхапури, пройдя через джунгли Джариканда в Мадхья-Прадеше. В Джаганнатхапури он решил оставить тело под колесами Радхи Джаганнатхи, но Чайтанья Махапрабху удержал его. После этого Санатана Госвами повстречал Харидаса Такура и от него узнал об уходе Анупамы. Позже Санатана Госвами описал величие Харидаса Такура. Санатана Госвами соблюдал принятые в храме Джаганнатхи правила поведения, и потому на встрече с Господом Чайтаньей ходил по раскаленному песку океанского пляжа, хотя там нещадно палило солнце. Однажды он попросил у Джагадананды пандита позволения вернуться во Вриндаван. Господь Чайтанья расхваливал достоинство Санатана Госвами и даже обнимал его, считая его тело духовным. Чайтанья Махапрабху наказал Санатане Госвами прожить в Джаганнатхапури год. По прошествии этого срока Санатана вернулся во Вриндаван, где встретился с Рупой Госвами, после чего его брата остались во Вриндаване исполнять то, что велел им Чайтанья Махапрабху. Место, где в свое время жили Чирупа Госвами и Санатана Госвами Рамакеля, сейчас стало местом паломничества. Его называют Гупта Вриндаван, скрытый Вриндаван. Оно расположено примерно в 12 километрах от английского базара. Паломники, приходящие в Рамакеле, обычно посещают также храм Шримадана Махана, дерево Келикадамба, под которым состоялась встреча Чайтанья Махапрабху и Санатана Госвами. Большой пруд Рупа Сагара, выкопанный Шри Рупой Госвами. Чтобы очистить пруд и отремонтировать храм, при нем в 1924 году было организовано общество под названием Рамакеле Самскара Самити. Чай, читай, Чайтамрита, чай. Может, вопросы какие-то? Великолепная статья, которая изучает такие чудесные имена преданных Чайтанья Махапрабху. Actually, just to hear their names is so beneficial for us. Просто слышать их имена для нас это уже большое достижение. It is mentioned by
Actually, Raghunath Das Goswami, that when we are in trouble in our spiritual life, then we can call out the names of the Vaishnavas. И Раганат Дас Госвами, он упоминает этот момент, что если в нашей духовной жизни в проблемах, то нам достаточно просто слушать имена Вайшнавов. So here we're hearing so many names of the dear devotees of Mahaprabhu. И здесь мы слышим много, так много имен дорогих преданных Махапрабху. And when we are going through this section, then you know some of these devotees, we can remember something about their history, about their pastimes with Mahaprabhu, and that is very sweet. Когда мы слышим эти имена, мы также можем припоминать какие-то истории, связанные с играми этих преданных с Махапрабху. Сиравадут Махарадж, он слушал лекцию вчерашнюю вечернюю, тоже говорит, что храм на Кисельном, он исключительно появился из-за того, что в этом месте прошел Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Свами. Там рядом же находится этот музей Востока, в котором он ходил. Это просто потому, что Прабхупада прошел. Продавался. Институт Востока, в котором он встречался первый раз, когда я приезжал с профессором Котовским, прямо по нашему храму. Hari Haraya Krishna Yadavaya Namaha Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Шри Гуру Гуранга Сундар Махапрабху Ки Джай, Шри Гири Радж Гуардхан Ки Джай, Джай Мишнапад Парамахамса Паривраджи Качари Варя, Шри Прашта Шри Шимад Бхакти Сундар Говинда Дев Госвами Махарадж Ки Джай, Джай Мишнапад Парамахамса Паривраджи Качари Варя, Шри Прашта Шри Шимад Бхакти Ракшакштар Дев Госвами Махарадж Ки Джай, Бхагаван Шива Бхакти Сидан Срасвати Такур Ки Джай, Джай Мишнапад Шива Гаур Кишор Дас Бабаджи Махарадж Ки Джай, Джава Мишнапад Шива Сачитананда Бхактинат Такур Ки Джай, Джава Мишнапад Шива Джиганатха Дас Бабаджи Махарадж Ки Джай, Ширу Пану Гуру Варга Ки Джай, Нама Чаря Шива Харидас Такур Ки Джай, Шинант Коти Вайшнава Ринда Ки Джай, Шибаде Видяпушана Ки Джай, Шива Вишван Кичаравай Такур Ки Джай, Шинароттам Шивананда Шинивас Чаря Прабу Ки Джай, Шива Вриндаван Дас Такур Ки Джай, Шива Кришиндас Квираджи Ки Джай, Садга с вами Вриндавана Ки Джай, Сапаршада Шинитянда Прабу Ки Джай, Сапаршада Шиман Махапрабу Ки Джай, Джай Ши Ши Рада Кришна Гопи Гопинат Шьяма Кунда Рада Кунда Гири Гавархана Ки Джай, Шутха Бхакти Вигнена Шишина и Симхадев Ки Джай, Бхакта Прабара Прахлада Махарадж Ки Джай, Туси Махарани Ки Джай, Ганга и Мунаджи Ки Джай, Ганга Тарад Шимат Бхагаватам Читани Чайтамета Ки Джай, Вишвайшнава Раджа Сабха Ки Джай, Ши Читани Сарасват Мат Ки Джай, Шидам Майпур Ки Джай, Шидам Намадвип Ки Джай, Бриндаван Пурушаттам Дхам Ки Джай, Баладева Субхадра Джиганатха Ки Джай, Самайта Вайшнава Мандала Ки Джай, Самайта Бахта Вринда Ки Джай, Ринам Санкиртана Ки Джай, Джава Мишнапад Шива Бхакти Бимава Ванат Махарадж Ки Джай, Джава Мишнапад Шива Бхакти Судхир Гасвай Махарадж Ки Джай, Джава Мишнапад Шива Бхакти Нирмала Чари Махарадж Ки Джай, Джава Мишнапад Шива Бхакти Раджама Хусуна Махарадж Ки Джай, Читани Сарасват Марха Чари Уринда Ки Джай, Джая Шипат Виджараман Прабу Ки Джай, Джая Шива Бхакти Амрит Махавир Махарадж Ки Джай, Джая Шипат Бхакти Ашрай Данди Махарадж Ки Джай, Джая Шимати Бхакти Вахита Дэй Ки Джай, Джая Шимати Бхакти Вишакха Деви Даси Ки Джай, Джай всем преданным Ки Джай, Джай Киевская Ятра Ки Джай, Украинский преданный Ки Джай, Гуру Преманам, Алии Гуру, Шива Бхакти Сар Хришикеш Махарадж Ки Джай, Джай Гурдея Гуру Махарадж, всем преданным Ки Джай. Hare